вас всех приветствую, мои друзья, мои дорогие. Сегодня, да, у нас будний выходной, но мы все равно в делах, мы в работе, да. И я прям сегодня начал, соответственно, конечно же, с работы. Не забыл, конечно, вас поприветствовать, мои дорогие. Вот, у нас все хорошо, как вы видите, ремонт, стройка продолжается, и это прекрасно. Так говорится, мы долго не будем на этом останавливаться и продолжим работать. Но перед этим я бы хотел передать маленькие приветы. Нет, я не забыл. Первый привет пойдет Казахстан. Я всех приветствую от всей души, Казахстан. Мы с вами, и пусть все у вас будет хорошо. Ирина Алексеева, я тоже не забыл, и вам тоже громадный большой привет от меня, от всей души. И у вас тоже пусть будет все хорошо. Еще один последний привет. Кулира Танабаева. Девчата, я надеюсь, что я правильно произнес ваши имена и фамилии. Если что, извиняйте. Кулира, я вам тоже от всей души желаю всего самого хорошего. Вам громадный привет от меня. Ну а мы, друзья, продолжаем. Погнали. Так, что у нас? Работа кипит, это хорошо. Я так не думал, что у меня столько много штукатурки уйдет на мои стены. Я сейчас поеду быстренько в магазин строительный, еще куплю штукатурки и по дороге зайду на почту. На почту пришли мои посылки, мои помощники, это ванус, санузел, я уже вам обещал их показать. Вот сегодня я вам покажу, что мне пришло. Будет, как всегда, круто и интересно. Мы погнали, оставайтесь. Ребят, смотрите, какие помощники пришли моему муженьку. Да. Давай, и там мои братишки пришли. В общем, что я заказал? Заказал три пары дисков. Это диски по плитке, по сухому пилу. Очень обалденный отзыв. Отзывы вообще просто идеальны. Говорят, пилит практически вообще без сколов. Оно так же, как и пилит, так же шлифовать может. Но диски относительно, но опять же, если смотреть здесь в России, там, к примеру, этот диск стоит, по-моему, 800 рублей. Каждому диску идет еще вот такой комплект. Смотри. Комплект, он накручивается на болгарку, насадка такая, и здесь он шестигранниками прикручивается, этот диск.
Вот. Это по мелкому резу, да, вот, самые такие, как сказать, по толщине мелкие, ну, нежные, да, такие, короче. В России аналог я и смотрел, но очень дорого. Один диск стоит где-то 3 500 рублей. Там, по-моему, по 800 рублей вышло. Ну, ссылочку оставлю, если кому интересно. Потом вот эта незаменимая вещь, это, ну, присоски, можно так сказать. Керамогранит будет большой, 1,20 м на 60 м, и плиту, чтобы взять ее, как-то нужны вот такие присоски. Смотрите, я вот взял, они такие прям. Сейчас даже на окно попробую. Да? Да вот так, наверное, да? Ух ты. Да, только мне окно не... Я окно не беру. Не, ну так... Эй, знаешь что, пожалуйста, не нужно мне экспериментов. Не, ну вот смотрите, я вот сейчас скажу. Федь, ну не надо, пожалуйста. Вот сила где-то уже 20 кг есть. Плитка одна весит 25, по-моему, килограмм. Это одна, их будет две. Не, ну классная вещь. Ванну, кстати, все-таки ставить, чтобы не упасть. Работы. Все, удобно. Мы плиточку взяли, чпок, и понесли двумя руками. Удобно, представляете, как ее? Вот так ее взял, раз, чик. Все там. Вот типа такая плитка, да, вот. Кстати, да, где-то, да, вот такая плитка будет раз. А так представьте, он даже к ней летит. Да ладно, серьезно. Ничего себе. Смотрите, она пеноплекс, сука, прилипает. Не могу оторвать. Пеноплекс. Вот. Классно, я доволен. Главное, чтобы держал. Ну, я думаю, будет держать. Здесь тоже относительно, на Алиэкспрессе я купил недорого, по-моему, 700 или 600 рублей одна стоит. Вес она, я не помню, только 60 килограмм у нее выдерживает, да? Здесь где-то 1200 в России стоит, да, по-разному. Ну, опять же, кому это не нужно, кто крупную плитку не ложит, соответственно, не нужно это покупать, это если на один раз. Вот, ну, мне в дальнейшем куда-нибудь пригодится. Может, помню, кому-нибудь продам. Вот. И главный гость нашей программы — это болгарка, ребят. Болгарка Ханс Коннер, да, по-моему, фирма. Ханс Коннер. Я не помню, по-моему, это даже немецкая фирма, но делают в Китае, да. В общем, здесь какая фишка. Здесь болгарка тоже подбиралась. Она 1100 ватт, у них обороты, диск у нас 125. И у нее фишка, она обороты у нее не падает при резке плитки или вообще чего-то, да, если затрудняется, да, она, оборот у нее не падает, чтобы срез не сбивать и чтобы не крошилась плитка, не было сколов. Вот сейчас посмотрим, что в таком контейнере, но, ну, я вам так скажу, по характеристикам она вот у нее, она не уступает, да, более дорогим брендам, более дорогим аналогам, да, я имею в виду. Вот, смотрите, все пришло, все хорошо, боекомплект. Книжечка, все есть. Смотрите, даже на русском языке. Далее. Все. Все хорошо. Единственное, щеточку нет. А она может бесщетковая, по-моему. Она. Сейчас посмотрим. Это ручка-держатель. Сама болгарка. Вот она. Классная. Все четенько. Сейчас мы к ней, кстати, мою приспособу сейчас прикрутим, я вам покажу под угол 90 градусов. Мой адаптер, приспособа, это ручка с самой болгарки, вот так вот, таким образом он крепится, вот. Ну и, соответственно, регулируется, да, лера, глубина плитки, да, соответственно, дальше меньше и угол наклона, вот. Таким способом, соответственно, если это плитка, вот так она будет ставиться, вот он, угол. Вот так взяли и пошли. Аккуратненько спил делаем, да? Но будем тренироваться, смотреть, как она себя ведет. Кстати, здесь, смотрите, разветочный карандаш в болгарке есть, в ручке. Вот такая приспособа. Прикольно, аккуратно. И кабель мне понравился. Посмотрите, какой хороший кабель. И он не короткий. На липучке. Сам. Кабель 3 метра, наверное. Что очень удобно, а то когда ручка бывает с коротким кабелем, ну, не совсем удобно. В общем, у меня практически все есть. Только нет плитки. Только нет плитки, да, и надеюсь. Да, и надеюсь, я уверен, что все получится, мы вообще будем от души работать. Надо хоть включить, проверить, да? Давай включим. Давай.
Кстати, ребят, я забыл сказать, здесь еще есть и регулировка оборотов, что очень удобно. Вот, возможно, кому-то это очень даже пригодится. Кому не нужна большая сильная скорость, настроили, включили. Вот сейчас на однерочку поставим. Тут классно. В общем, ребят, смотри, очень плавный пуск. Нету резкого рывка, знаете, который будет крошить плитку. Плавный пуск, вибрация, ну, очень маленькая, да, по сравнению с моей. Если моя уже там... Вибрация здесь очень маленькая, я думаю, прям вообще будет зачетно. Зачетно. В общем, мне все понравилось, и качество сборки, и вообще удобная очень ручка. И мой адаптер, и кейс очень удобно, что вообще прям сложил, все убрал, все классно. В общем, кому интересно, я ссылочку оставлю, переходите, смотрите. В общем, покупка, я прям доволен, как слон. Ух, жара сегодня просто нереальная. Чего, Бимыч? Чего? Жарко, знаю. Жара. Что ты там? Опять роешь ямы? Роешь, да? Да? В куче вырывает, вон там еще так спасается. Прохладно там, видимо, хорошо. Они что-то сегодня сонные с баряном вообще прям. Видимо, жарко, они отлеживаются пока, да? Э? Барабака. Вот, да. Думал, штукатурки хватит. Не хватило. Пришлось поехать, еще взял 10 мешков. Вот, не знаю, вроде прихожка небольшая, но штукатурку забирает прям. Ну, здесь стены ровные, но слой вроде небольшой, но все же опять. Так, что у нас? У нас все потихоньку штукатурим, все хорошо. Вот уже пролетик этот сделал. Здесь уже получается вся эта сторона готова. Остается у нас вот этот сейчас пролет я сделаю. И вот здесь. Вот. Ну и соответственно, где окно вот этому останется. Все вниз вот так, все заштукатурим. И все, и потом начнем мелочи отделывать этот откос, его дверной проем. Здесь мы сделаем, соответственно. Ну, там уже посмотрим дальше. Полы тоже, конечно, надо будет стяжку все это просто переделать, переломать, тоже залить. В общем, дела есть, мы погнали.
пришла очередная мега-мега крутая большущая посылка от нашего любимого Василька. Будет много интересных вещей. Сейчас мы вам покажем наш легендарный показ. Мод, смотрите, будет ну прям интересно. Так, ну что, мои хорошие, мои друзья, наши модницы и модники, вы все просили, мы, конечно же, не могли вам отказать. Показать, продемонстрировать еще раз показ моды. Мы продолжаем и будем завершать, скорее всего, уже летнюю коллекцию. Это у нас будет Италия с частичками Франции. В общем, начинаем с такого оригинального, очень классический черный костюм. Посмотрите. Костюм. А что это? Это кофта отдельно. На самом деле не догадался, что это не костюм, но все же вы понимаете, что она творит, что она может. В общем, классическая такая, это у нас даже футболочка, я бы даже назвал кофточка, вот с такими рукавами. Это получается 3/4, да? Угу. Вот здесь у нас такие вставочки, fashion to you. В общем, ребята, это просто классно. Это стрейч хороший такой, посмотрите, сзади все. Все классно, по спинке сидит, тут тоже вот такая вставочка, фэшн. Мои дорогие модницы, в нем вы всегда будете выглядеть эффектно, от вас глаз будет просто не оторвать. И внизу стандартно это черные классические леггинсы. Они вот. Есть в синем цвете, я тоже заказала, поэтому... Ребята, есть в синем цвете, если хотите, будет синий цвет. Но я думаю, для вас и красный сделают без проблем, потому что вам, мои дорогие, невозможно отказать. Мы плавно переходим в такой осенний классный жилетик. Посмотрите на него, как она изящно его одевает, тонко и легко. Не, ну это не с этим, конечно, но... Поверь, тебе идет и с этим, и все прекрасно. В нем ты просто воздушная. Тебе хочется сиять, летать и как бабочка порхать. Слушай, на камере я не знаю, как будет вообще на видео, но вот этот красный фон, это вообще просто нереально. Ты говоришь, не идет, я тебе скажу, это даже круто, мега идет. Черное сочетание с красным, девчата, ну скажите мне, ну просто нереально идет. В общем, он такой приятный, нежный, серый цвет. Вот, не знаю, как его назвать. Ну, он такой легкий, знаете, одеть что-нибудь под низ легкое, вот сверху он будет вас так греть, говорится. Ну, вот сзади все, вот смотрите, серенький, классический. Вообще серый цвет он всегда будет в моде. На нем есть немного хлопковых ниточек, которые они, вот видите, на одежду передаются. Ну, немного, поэтому чуток его можно вот этот, знаете, есть валик. Все, и будет все прекрасно. Все прекрасно, все классно. Возможно, потому что он еще первый раз, он новый, он еще стирку не видел. Так классно, здорово, стильненько сидит, прям мне вообще понравился. Погнали. И мы, конечно же, не оставим внимания без мужской коллекции. Сегодня это вот такие спортивные штаны. А я бы даже сказал, что они больше похожи на классику, такую интересную, черный с белой такой широкой вставкой. Очень интересно смотрится. Это хэбэшечка стрейчевая. Все дышит, все хорошо, по фигуре все прекрасно, все на своих местах, как надо. В общем, за них что говорить, они сами все за себя говорят, вы все видите. Мне нравится, здорово, мы погнали. Это топпер, можно сказать, что это мини-матрас, очень классно подходит, допустим, для обновления вашего матраса или для жесткого дивана. В общем, что говорить, я вам сейчас все покажу. Так, друзья, ну и получилась вот такая классная вещь. Я вам скажу, у него, скорее всего, еще он с ортопедическим наклоном, потому что он очень мягкий, мягкий, приятный, белый цвет. Классный, вообще, я на самом деле, как второй матрас, я еще раз говорю, если у вас жесткий диван, купите вот эту вещь, и это просто ну нереально круто. Размеры, друзья, идут разные. Да, есть там от 160, 180 на 200, там 200, по-моему, на 200. Ну, в общем, зайдете на сайт, посмотрите. Друзья, по ценовой категории они есть разные. То есть есть более дешевле, есть более... Наверное, зависит от толщины, скорее всего, да? Ну да, скорее всего, но я вам скажу, стоящая классная вещь, на самом деле, вообще прям от души, хочется прям сейчас прям же лечь, бросить всю работу и отдыхать. Он как простынь крепится по бокам вот на такие резиночки, вот, очень легко и быстро, если нужно, достали, если не нужно, свернули, обратно убрали в чехольчик, очень удобно, строчки, все классно, все здорово, посмотрите, все как прошито, ниточки нигде не торчат, идеально. Так, ну а мы продолжаем. Из вещей у нас есть много что для домашнего, для быта, для ванны и многое прочее.
Так, на вырост взяли вот такой костюмчик. Это нашей принцессе, нашей Леруське. Вот такой розовый, милый. Такая надпись интересная. Материал очень нежный, приятный, вообще классно. Я думаю, доченьке прям будет здорово. Обязательно осенью она подрастет, мы его оденем и еще раз вам продемонстрируем. Взяли такие носочки. Носочки, кстати, нам очень нравятся. Они не жмут. Знаете, бывает прям ножку прям жмут, сильно передавливают. Нет, они классные, легкие, удобные очень. Вот, потом взяли такие махровые полотенца, вот такие два, это 50 на 90, хбшечка, классно, все мягкие, воду, влагу впитывают, отлично просто ими вытирать, и руки, и тело, ну, просто здорово. Потом вот такие салфетки, это на кухне, классический серый цвет, вот, и вот такие коричневые. Потом взяли ему вот такое громадное полотенце, не знаю, даже можно его назвать банной, оно очень большое, но очень приятное, мягкое. Оно мягкое такое. Также это все хлопок, все водичку впитывает, все прекрасно. Тело не царапает, оно просто нежное. Вот. Дальше вот такие у нас салфетки. Это тоже на кухню, друзья мои. Вот, если что, примеры фотографий мы вам выставим, как они в реале выглядят. Потому что я уже объяснял, наша мебель все еще упакована. Вот, и эту красоту обязательно вы еще у нас увидите и не раз в наших видео. Потом такая скатерть, посмотрите на эту оборку, но она просто нереально крутая. Крутая белая, мы уже как-то ее показывали, но фотографию мы тоже вставим обязательно, наверное, где-нибудь здесь вы увидите, как она на столе смотрится. На самом деле это очень здорово и красиво. Вот, потом Леруське взяли вот такой банный набор, он классный, это такое, не знаю даже... Мишка или кто это, или панда. Ну, в общем, такой халатик. Вот, это как капюшончик. Что нравится, он мягкий, знаете, не жесткий. У ребенка кожа нежная, и не будет его ни царапать, ничего. Прикольный, да, смотрите, какие шлепки. Шлеп, и пошла. И так, это полходу как мочалка, да, рукавичка такая мыть. Вот, клевый такой, здоровый. Потом в комплекте взяли... Мальчики с трусиками, это все стандартно, ну, показывать смысла нету, хбшечка, все прекрасно. Мы уже показывали, она носит, классно, здорово. Вот. Потом, что у нас, здесь Натальке костюм, кстати, костюм уже был показан у нас на показе мод, да, на той неделе, вы помните, мы были в Италии, Милан, и это просто было здорово, да, особенно овечки эти были в тему с фруктами. В общем, домашний костюм вот с такими шортиками, да, для дома вообще улетно, хбшка, просторно, ничего не давит, все прекрасно, все отлично. Да, так. Такой же костюм, только с длинными штанами, ничего такого. Да, вот такие штаники, потому что иной раз бывают дождики идут, и уже прохладненько. Такой полотенец, это он банный, это для ног, когда после ванны вы искупались, расслабились, ножки нужно вытереть, не напрягаясь, вы сюда хоп, встали, оно все, хэбэшечка влагу впитало, все прекрасно, раз, два, и пошли с чистенькими ножками. Да, взяла пока одну на пробу, мне понравилось, закажу еще. Что мне говорит, пусть супруга скажет, как ей этот халат. Я прям советую этот халат. Ну, смотрите, мы на ней не показываем, потому что это ночной халат, и он такой... Да, он немного просвечивает. Вот фото вставлю обязательно, как выглядит на модели, но его прям советую. Классный, мягкий, он идет стрейчевый такой немного, в размер идет, поэтому класс. По-моему, есть даже в других расцветках. Но я взяла такой молочный. Так, друзья, ну, моя дорогая супруга-модница, конечно же, вам плохого не посоветует. Она всегда подбирает качественные, хорошие вещи. В общем, мы погнали дальше. Вот с такой с футболки 52 размера. Мы уже брали такие Феди. Это на подарок, поэтому бирку оставляю. И шорты. Шорты тоже отличного качества. Сбоку ставлю модели, как смотрится. В общем, советую. Наш данный показ моды я объявляю закрытым. Надеюсь, он вам, как всегда, понравился. Но если вам что-то конкретно понравилось, то обязательно напишите об этом в комментариях. Ну, данная продукция представлена интернет-магазином «Мой любимый Василек». Ребята, ссылка на магазин будет внизу, как всегда, в описании. Если вам что-то понравилось, переходите, приобретайте, и будет вам счастье. Там ролик наш будет с вами, наверное, заканчиваться. Мы будем с вами прощаться. Проделанную работу сегодня я не буду показывать. Наша прихожая практически закончена. Сегодня мы немного поработали. В принципе, я результатом доволен. Уже мы конечное будем делать, и уже тогда будем разговаривать. Вот.
Я лишь хочу сказать вам одно. Да, сегодня не будет у нас долгих разговоров, прениях, речи и все много другое. Помимо работы, конечно же, я еще и увлекаюсь чтением. Я читаю книги, читаю статьи какие-то интересные. И, соответственно, стараюсь эту информацию брать и держать у себя в голове. Да, правильную, нужную, хорошую. Это не только какая-то информация по работе, но это также и по жизни, и многое другое. Вот, и не так давно, позавчера, я читал кое-что интересное, и там дают такое маленькое объяснение, да, то же самое, что вы мне многие писали в прошлый ролик, сколько людей, столько мнений, и прочее, там, мы тебя любим, мы тебя смотрим, каждый твой контент, на каждое твое видео найдется определенный зритель, которому это все понравится. И смысл я свой доведу. В общем, в чем заключается мысль? А в том, что, как вы и многие из вас говорили, как и я говорил, сколько людей у нас, столько и мнений. Даже если человек святой говорит, да, и все равно найдутся те люди, которые скажут плохо про него. Да, даже если вы не знаете, там, безупречная у вас репутация и прочее, в любом случае найдутся люди, которые скажут что-то плохое о вас. Вот. И мне так эта фраза понравилась. У нее есть обратный ответ. И также мой обратный ответ вам. Все, что вы видите, видите меня, все, что я показываю, это не мое, это не я. Это ваше отражение. Что у вас в душе, то и снаружи, понимаете? Если у вас в душе мир, порядок, любовь, гармония, то и снаружи у вас все прекрасно. Вы пишете прекрасные вещи, вы меня поддерживаете, вы меня мотивируете, мой хороший. Даже если вы где-то хотите мне сделать замечание, но вы его делаете до того тонко и прекрасно, душевно, да. Даже если кто-то ругает, он душевно ругает, поверьте, это до того приятно. И эта вся мысль до меня прекрасно доходит, она усваивается, понимаете? Потому что когда внутри, в душе все прекрасное, то и мы вам показываем все прекрасное. Знаете, почему многие говорят, почему ты такой веселый, активный, вот то-то, пятое, десятое, да? А когда внутри все прекрасно, хорошее настроение, хорошая поддержка, хорошая мотивация, то я, соответственно, этим же и делюсь. Это как в том анекдоте, помните? Ну ладно, я уже не буду его рассказывать. Он чуток такой, может быть, пошлый, да, в этом плане. Но там смысл там один и тот же такой идет. Поэтому я вам всем желаю, ребята, и снаружи, и внутри, и в душе будьте добрее, будьте счастливее. Пусть у вас все получится, пусть у вас все будет хорошо. И тогда жизнь будет прекрасной. И многим людям тогда станет жить намного легче. Когда вы начнете отдавать добром, хорошим, поверьте. Те люди, которые взаимности вам ответят. Ребята, на этом было все. Сегодня было как-то так. Надеюсь, что ролик вам, как всегда, понравился. Я лишь от всей души хочу вам сказать еще раз громадное вам спасибо. Спасибо вам за все. За все, за все. Знаете, как в том мультике? А за что? За просто так. Просто так. Спасибо вам громадное. Будьте здоровы, будьте счастливы. И пусть все у вас будет хорошо. У всех. Я желаю вам просто так. Будьте счастливы, мои дорогие. Надолго, как всегда, не прощаюсь. Скоро мы с вами обязательно увидимся. Всем счастливо. Всем пока.